Всем привет! Игра Мифарс без доната. У нас очередной турнир намечается для четырёх героев. Отлично, быстрый огонь. И сегодня нам надо выставить защиту. Но прежде чем это сделать, давайте подглядим у топчиков, как же они это делают. Турнирные таблицы. Да. Итак, топ-1. Прошлого турнира выставляет такую интересную команду практически все, кроме Кваки, стандартные герои. А, ну да, и Гульвейк еще. Ну, интересно. Желтый центр с фиолетовыми плечами. Пойдет. Глянем на залива. Вот. Достаточно универсальный выбор. Гульвейк в центре. Я в чем-то его понимаю. Ну, а в остальном Квака стоит, Буромок, это все достаточно вредные герои. Кого еще можно посмотреть? Вот этого вот парня здесь стоит. Ага, Веста в центре. И Гульвейк стал и на плечах. Я на Васапха еще там где-то. Так, а может, я тебя хотел? Да, вот интересный вариант. Веста в центре и на плечах стоят хилы. Ну, якобы, да? Гун и черепаха. Все бы хорошо, колоратрия тут, конечно, не в тему. Потому что она зарядная, а на быстрых турнирах заряд будет не очень. Следующий. Вот, Талочка в центре. На плечах стоят Веста и хилер, да, Луна. Единственное, кто мне не очень нравится, так это Гектор. Ну да ладно. Это не мой выбор. Что еще? На Таню посмотрим. Кого Таня нам поставит? Три красных в центре. Да, я что важное не сказал сразу, так это синих-то нет у нас в турнире. Поэтому все стараются выставить красный центр, и это очень логично. Ну а также черепаха вторым хилом. Ну, может быть, огневой мощи будет тут недостаточно. Если я правильно понимаю. Ну да ладно. Она ставит два хила, значит, что-то знает. Угу. Так. Ищем дальше. Кого посмотреть можно? Вот. Эновей. Или как его правильно прочитать? Опять же, Квака, Гуля. Все герои известные. И вот, что я на прошлой неделе заметил, это связка Веста и Клото. Очень неприятная. Но кроме того, не забывайте, турнир быстрый огонь, поэтому все герои с низкой маной, то есть медленные, здесь они, конечно, будут в некотором роде приоритетными. Вроде бы как все, но я хочу еще пару человек посмотреть. Вот есть такой игрок Эндрю Юэй. У него тоже интересная защита стоит. В центре он ставит Агуна. И на плечах вот таких вот полуимбалансных, да, ну или имбалансных, да, для четверок. Это Кваку, Хинэна и Тэпо. Поддерживаю его. Агун достаточно неприятный герой. Вот. Но, сами знаете, есть свои шансы. Не всегда, конечно. Вот, но есть. Так. Кого еще хотел посмотреть? Так, это вот своего знакомого, доктор Лом. И мне его команда тоже нравится. Особенно с правой стороны стоит бог Шива на 4 эволюциях, Гефест на 4 эволюциях. Вот, ну и слева еще два красных героя. Может быть, там немного пассивненько, но хил нужен. Распределение Весты. Будет или не будет играть, не знаю. Вот. На самом деле, вот я готовился, точнее не готовился. И, честно говоря, было два варианта. Либо ставить Весту красную, либо Клото. Давайте, знаете, как сделаю? Давайте-ка я поставлю ради эксперимента чисто.
Ну, у меня ВС, конечно, голая. Совершенно. Ну, что-то такое. Как вы думаете? Кого? Пятого? Хилов вообще нет, да? Да, не очень нравится. А второй момент, можно прикольнуться. Поставить какую лома, да? Защиту. Ну, у меня, конечно, на 200 пунктов поменьше силы, чем у него. Вот. Ну, хил здесь нужен, да, я согласен. Быстрая команда такая. Неплохо. Стоит. Оставлю. Мне у тебя защита понравилась, приятель. Сегодня буду играть по твоим правилам. Единственное, что отряд я здесь поменяю, да? Все-таки у тебя на этого поменяю. Да. Мне так кажется, что тот должен бить получше. Ну, конечно, ТСА будет немного под огнем, посильнее. Но ничего. Вот так расставлю. А на самом деле, еще, в общем, хочу сказать, что эта неделя у нас насыщенная. Очень много интересного. Самая интересная неделя в этом месяце в игре. Будет и ивент, будет и как вот, новое событие. Пиродина, да? Вот. Сейчас идет, опять же, Вальгала. Вроде как там все стандартно. Надо уже допроходить свою Вальгалу и выкатить монетки. Я в этом месяце буду мало призывать, возможно, вообще не буду, потому что уже ГМчика, как вы знаете, достал. Вот. Чему? Немного рад. Ладно, всем удачи, ребята. Пока.